6 декабря 1957 года в Сталинске Кемеровской области родился будущий артист эстрады и политик Михаил Евдокимов. Через год с родителями переехал в Алтайский край, в село Верхобское. После школы учился в Барнауле в культпросветучилище на отделении балалаишников, работал на Алтайском моторном заводе. Известность и всенародная любовь пришли к нему в 1984, когда он начал выступать на сцене с юмористическими монологами и пародиями. В 2004 году с небольшим перевесом победил на губернаторских выборах в Алтайском крае. Управлял регионом недолго, чуть больше года. Трагически погиб в 2005 году. Мнения об итогах его правления разные, от негативных до восторженных. Но в памяти многих жителей края он до сих пор остается любимым артистом и политиком, на которого простой народ возлагал большие надежды. 24 декабря 1966 года Совет министров РФСР издал распоряжение о строительстве в Барнауле памятника обелиска в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. Место напротив кинотеатра «Мир» определили еще за несколько лет до этого. Стела и памятник прощания были открыты 9 мая 1971 года. К 1975-му на площади Победы вырос целый мемориал. Добавилась площадка, по обеим сторонам которой стоят плиты с землей из 13 городов-героев, сооружение с именами барнаульцев полных кавалеров Ордена Славы и Героев Советского Союза, сердце мемориала – разорванное кольцо бетонного редута с фамилиями павших в войне выходцев с Алтая. Сегодня площадь Победы является местом празднования не только Дня Победы, но и ряда других дней воинской славы.